Шико и стало вдруг актуально. В результате издательство Шико, Севастополь, бывший Шико Луганск, небольшой, не побоял. Ну да, и меня издали. Но тут на этом начался второй акт Мариинского балета. Мало книжку издать может любой из вас, пожалуйста. Если у вас есть деньги, идете, платите деньги, вам книжечку издают, вручают вам тираж, и делайте с ним что хотите. Храните у себя в гараже, хотите продавать его в метро, хотите пытайтесь сами продавать в магазин, откуда вас будут посылать. Вот. Книжку надо продать. Дистрибуция книг Шико с Севастополя в России занимается, ну, одно издательство российское, я его не буду называть. Но, в общем, когда посредник пришел, он торгует и гулял как бы через книгу Шико, ему сказали, ну мы не можем это взять. Вот это почему? Ну, книжка не патриотическая. То есть вот такая была причина отказа. В общем, это загадка, почему как-то что они там нашли не патриотическую, но в чужие головы не заглянешь. Но я рад, что понадобился год на то, чтобы этих людей побороть, и на данный момент, то есть спустя год, это год с лишним, после того, как книга была издана, она появилась наконец в интернет-магазинах, а кое-где даже в обычных магазинах в России. До этого она продавалась, ну, сами издатели продавали на конвентах, плюс там у них в Севастополе ее можно было купить, и еще в нескольких точках по России, куда, грубо говоря, свои связи доставили, привезли, продали. За то время, пока книжка была как бы издана, но не продавалась, она успела получить 3 премии, номинировалось еще там на какое-то количество премий, в том числе на русский букер, куда фантастов обычно не пускают. В общем, я считаю, что я молодец. Вопросы, пожалуйста. В вашей книге, вот в этой, Москва так и не стала столицей, то есть столица была перенесена в Казань. Как ваши друзья москвичи к этому отнеслись, это первый вопрос. И второй, вы считаете свою книгу, некоторые говорят, что это антиутопия. Вы считаете утопией, антиутопией или чем-то другим? Друзья московские никак не отнеслись вообще. Ну что, в книге-то может чего бы делать. Я не призываю реальность принести столицу в Казань. А можно было бы? Не знаю, сложный вопрос. А насчет того, утопия это или нет, я как раз вот не даю окончательного ответа. Пусть каждый читатель для себя решит, утопия это или антиутопия. Это его право. То есть Евразийская империя, там изображена как... нечто для вас лично, нечто отрицательное или там можно и положительное что-то рассказать? Там есть и то, и то, если вы книгу читали. Да. Если не читали, то поверьте, не есть. Но если вы получили премию Баскона, а там имперцы.